А Златка нас может подловить. Очень может подловить. Потому что там есть замки. То есть нам надо вот тут все прочитать. И у Златка открыть определенные... Слав, это на субботу. Надеюсь, меня не сбросит со щитов. Нет. Ты... Я мудро поступил, просто у нас есть негласная возможность резервировать на ближайшую субботу треки. Вот, и получается... Давайте я Златка пока открою, чтобы вы понимали, что там будем делать. Переходим в дерево сюжета. Так, сейчас... да, благодарю тебя за поддержку. Я сейчас да, про эту систему скажу. Ее ввел как раз у нас Ксандрон. Он не мог присутствовать на субботе, но хотел, чтобы от него поиграла музыка. Резервация треков на ближайшую субботу 100 поддержки. Выходит, ты в любом случае уже 50 треков зарезервировал. Единственное, что я должен тебя спросить. Doom запускаем, это же там 5 поддержки, да? Я просто не успел даже посмотреть. Ребята, 5, да? 5К сейчас прилетело от Лёхи. Лёха, я просто не успел! Еще и с сердечком! Я просто знаю, что там сообщение должно быть от 4К, но я думаю, там 5К было, скорее всего, да. Ну, если что, Лёх, напиши, просто я что-то... Я просто, да... Так, да, дайте Златка пока открою и чат нагоню, да. Ух, Лёх, спасибо за поддержку, за... Да, так. В любом случае, у тебя есть 6 треков на субботу. Я к чему это все тебе рассказывал? Фух, я просто подумаю о постраховке на будущее, в плане того, чтобы кто-нибудь не запустил мне такое количество треков, чтобы потом мы как бы с вами... Чтоб Лав... Понятно, Лав прослушает, вопрос какой ценой для своего здоровья. Да, давай Doom. Все, сейчас, все, я сейчас пишу. Doom. Хорошо, все, Doom Eternal, да? Лёг, просто подтверди. Doom, вот который последний Doom, чтобы я не запутывался, да, все, Doom. Но после RDR 2, дружище. Пожалуйста, после RDR 2. Ты просто меня пойми, у нас есть это, да. Все, отлично. Есть шкала, есть участники. Так будет просто правильнее по отношению к ним. Тоже. Так, так, все, сейчас. Ну, напиши. Ручка не пишет. Ручка не пишет. Готово. Готово. Все. Ну, интернал готов. Фух. Да. Я же исхожу из своих представлений справедливости. Может быть, у тебя они другие, Лёх. Я просто считаю, что если у нас есть шкала, и там люди приняли участие, я им сказал, что вы помогаете Детройту и RDR 2, я должен как бы, ну... Или тогда всех их сейчас спрашивать, если они придут. А у меня не у всех есть адресы, да? То есть я должен тогда посмотреть за месяц, кто делал поддержку. И каждого, независимо, там, 34 рубля или больше. То есть каждого из них спросить, потому что так или иначе они внесли. А мы не сможем спросить. Я помню, на Детройт тогда один из зрителей сделал поддержку, когда Доброшоу приходил. 250 поддержки. Да, а мне придется тогда через Доброшоу узнавать его ник. О-о-о! Давай все-таки потерпим, пожалуйста. Это будет очень непросто, что... Еще любой из них, если скажет «нет, я за РДР», автоматически, то есть достаточно одного голоса за РДР, чтобы ничего уже не прошло. Из тех, кто участвовал. Даже в 3-4 рубля, в любом случае, он пополнял шкалу, а следовательно, я должен как бы соответствовать тому, что я ему говорил. Так что да, тут прям непросто все.